За 3 месяца работы системы платных парковок в бюджет Перми поступило более 7 миллионов рублей. Сегодня депутаты Гордумы заслушали отчет администрации о реализации парковочной политики. По предварительным данным, на середину ноября количество успешных транзакций по оплате превысило 267 тысяч. Среднее количество плательщиков в день свыше 4 тысяч человек. Муниципальный контракт по созданию и функционированию системы платежей за использование платных парковок заключен на 5,5 лет. Его стоимость составляет 155 миллионов рублей и предполагает поступление в бюджет города доходов в размере 260 миллионов. Надо систему доводить до, ну, хотя бы не до идеала, но стремиться к этому. Потому что, повторюсь, вот система работает только, по сути, еще даже полгода не работает, да, один квартал нормально там отработала она. И, конечно, показалось много вопросов, которые предстоит решить. Ну, во-первых, надо усилять контроль за правилами соблюдения правил парковки не только в зоне действия платной парковки, но и, соответственно, и по всему городу. Следующий отчет по работе системы платных парковок в Перми запланирован в Гордуме на март 2017 года. Возможные вопросы, которые будут обсуждаться, увеличение тарифа и расширение зоны платной парковки в центре города.